Прославляют города люди, которые в них живут. Трудятся, создают новое, совершают открытия, делают улицы уютными и благоустроенными, заботятся о других и достигают высот профессионального мастерства. По традиции в Заречном таких людей чествуют в канун Дня города. Всегда для Заречного самым ценным, самым важным были люди. Патриоты, профессионалы своего дела. И сегодня мы здесь будем чествовать наших героев, передовиков и трудовые коллективы, которые удостоены чести быть занесенными на городскую доску почета. Врачи, заводчане-рационализаторы, пожарные, педагоги, работники культуры, сотрудники коммунальных служб, спортивные тренеры. На торжественной церемонии присутствовали представители практически всех сфер жизни города. Среди награжденных и тренер Вагинак Хачатрян. Он гордится высокими спортивными достижениями своих воспитанников, но на первое место в работе ставит формирование нравственных качеств. В первую очередь, чтобы они выросли достойные граждане своего города, своего страны. Действительно, спорт – это уж не так второй степени уходит. А первая, самая главная задача наша, чтобы он достойным человеком вырос. Вот это самое важное, наверное. На торжественной церемонии не только вручили награды мастерам своего дела. В этот день стартовал проект госкорпорации «Росатом», организованный при поддержке партии «Единая Россия» и информационного альянса «Атомные города». Он называется «Новые созидатели». Мы удостоены высокой чести госкорпорации «Росатом» быть пилотами, быть первыми в реализации этого проекта. А этот проект, он посвящен уже тем, кто сейчас трудится на благо нашей страны, области, на благо города Заречного. Первыми участниками проекта «Новые созидатели» и стали номинанты городской доски почета. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».